Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel. Triste es mi vida, sin un cariño. Lloré en silencio, mi desventura. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso. Llamo a la puerta de la puerta. Good evening, boy. Привет. Are you Russian? Хорошо. Yes. А как ты догадалась? Do you want drink with me? Учти, я завожусь с полоборота. А виски, пожалуйста, готов с тобой выпить виски. Have you money? Money? Yeah. Yes. Okay. Полно. How money? $50. Yes. Yes. Great. Пошли. Okay, go. 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 Подмосковные вечера. Oh, хорошо. Ой, эй, эй, стендап, стендап, тайм, Монинг, я на работу опаздываю, эй, стендап, стендап, Монинг, тайм, вок, ноу, слип, ноу, ноу, стендап, откуда ты взялась-то, черт, я же на работу опаздываю, ну, вставай, я же с тобой на английском говорю, елки-палки. To sleep. Love you, darling. Да какой я тебе, дарлин? Тамбовский волк тебе, дарлин. Hi, papito. Hi. Hi, Russian. Икра, водка, матрёшка. Да, Russian. Что, сразу заметно? Yes. We're black girl. Black? Yesterday. Да, black girl. Hmm. Ну, здесь, вчера. Я сегодня опаздываю на работу. Walk. Она, I won't sleep, I won't sleep. Ну, я оставил ей ключ. Key. Прихожу. Но радио, видео, TV. Мой dresses, одежда. Black girl. I'm not a black girl. I'm Donald Duck. I'm Japan. Let's go with me. Я тебя люблю. Sorry, sorry. С меня хватит. А своей black girl передай. С людьми так не поступают. Понятно? You understand me? Understand. Вот так. Понимаешь, Витёк, ну не могу я без жены никак. Дом, работа, работа, дом, и дома один как сыч.
Иной раз думаешь, нафиг мне сдалась такая жизнь. Так тебе жениться же, пару пустяков. Ты у нас парень симпатичный. На ком, Витя? Все более-менее. Уже все замужем, им как твоя. Или за богатых американцев вышли, как моя. А те, которые свободны из наших, так они мне и даром не нужны. Ну, а местную не хочешь? Ну, и что я с ней делать буду? Как что? Тёк, мне ж хотелось бы с ней поговорить, жизни то да сё. Понимаешь, выпить вот как с тобой для релакс. Ну ты представь, какие они для нас жены, американки и пуэрторика. Они ж снега белого не видели. В очередях не стояли за хлебом никогда. Поэтому у них мозги-то повернутые. Иначе. Нет. Мне нужна такая, чтобы понимала меня с полуслова. Своя, в доску. Такую не найдешь. Такую только там. В России можно найти. Вот, поэтому, Витек, и выпьем за наших российских баб. Выпьем, но только стоя. Давай. За что это вы пьете, ребята? За тебя, дорогая. А в твоем лице за всех наших прелестных, неповторимых женщин. Ну, тогда это вам, ребята. Вот за это спасибо, дорогая. Да. Да, из наших баб одним ласковым словом веревки нить. Это точно. Других таких в мире нет. Слушай, Серега, я вот так думаю. Все наши едут сюда. За машинами, за шмотками, за аппаратурой, за едой едут. То есть за тем, чего там нет. Ну, верно? Ну, верно, верно, да. А ты поезжай туда и привези то, чего здесь нет. Жену, что ли? Ну, конечно. Привет, где Оля? Ну что ты все ходишь и ходишь? Пора бы понять, наконец, что перемены в нашей жизни необратимы. Оля где? Оля занимается музыкой с отцом. А кто же, по-твоему, стоит перед тобой? Всего лишь бывший муж. Ошибка молодости. Ну, ошибка, не ошибка, а отец Оли я. И с каким же отцом занимается Оля? Человеком, который заменил ей отца. Настоящего отца ребенку никто не заменит. Недаром мне мать говорила. О, Господи, опять твоя мать. Да если бы ты был поумнее, ты бы понял, наконец, что богатый, респектабельный, образованный отчим для дочери в 100 раз лучше, чем бедный рабочий мигрант, грубый, баламутный, да к тому же еще и малохольный. Да? Опять она орёт, дура. Ой. Ну, что ты орёшь-то, дура? Что ты орёшь? Испугался я твоего Майкла, как же? Пускай только подойдёт, раз накостыляет, ты же знаешь. Ещё мне будут здесь говорить про какого-то отца ненастоящего. Я настоящий отец, и никогда не забывай об этом. Хорошо, мальчик. О, Оля, а как ты здесь оказалась, дочка? Папа, что ты не разденешься? Ах, да не успел, дочка, вот туфли вот потерял. Зато выкупался, на, держи. Майкл! Что ты кричала? Он безобиден, даже забавен. Это издали, я его боюсь. Сейчас даже не верится, что я могла столько лет жить с этим человеком. Успокойся, успокойся, дорогая. Не плачь. Не плачь. Видела бы ты мою первую жену. Твой Сергей, по сравнению с ней, ангел. Как я счастлива, что мы нашли друг друга. Это я тебя нашел. Я. Я счастлив. Я рад, что я встретил тебя, Катя. Оставь их, пусть спокойно пообщаются. Это их право. Она его дочь. Майкл, как я хочу ребенка от тебя. Вот сейчас мы с тобой этим и займемся. Понимаешь ли, в чем дело, доченька? Мне дома нужна взрослая тетя, которая бы помогала мне во всем, ухаживала бы за мной, если я, не дай бог, заболею. Стирала бы. Ой. И все же люди так живут. Мужчина и женщина вместе. Вот даже мать твоя с этим американцем.
Я-то один. Да. Понимаешь? Да, папа, понимаю. Тебе тоже нужна женщина. Вот, правильно. Ведь такова жизнь. Я хотел у тебя спросить. Ты не будешь возражать, если я съезжу в Россию и привезу себе такую тетю, с которой я смог бы жить? Здесь же таких нет. А? Ты не возражаешь? Поезжай, поезжай, папа. Я все понимаю. Я хочу, чтобы тетя, которую ты найдешь, была бы такая, чтобы и мне понравилась. Была бы красивая, хорошая, умная, добрая, как наша мама. Да нет, что? Тогда она ведь меня тоже бросит. Нет, а вот эта пусть будет такая же хорошая, как моя мама, но не бросает тебя. Понял меня? Понял. Спасибо, дочь. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, una sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz. Там. Свои. Что значит свои? Не узнаешь ты? Не может быть. Сережа. Сережа. Ну, здорово, дядька. Сережа. Вот прилетел. Да. И... Какими сразу к тебе. Судьбами. Ну да, класс. Здравствуй. Ну ты позвонил бы, телеграмму бы прислал. Я бы как-то тебя встретил. Да ну. Подготовился. Что там? Звоните, да? Ой, какие-то... Да. Телеграммы давали. Это ж лишние деньги, затраты. Мани-мани, как говорят у нас. You understand me? А? Какая радость, Сережа. Прямо как снег на голову. А ты почти не изменился. Сколько лет прошло, ты все такое. Слушай, дядь, а ты что-то пополнил? Да. Так, есть? Возьми мои. Возраст. Без пяти минут пенсионер. Ну, пошли, а посмотрим. Все нормально. Как ты живешь? Вот радость. Так, знакомая картина. Все кукуешь по-холостяцки. Я почти привык. Сам себе хозяин. Так спокойнее. А я все никак не привыкну. Как? А Катя? Да ушла, дядька. Почти как у тебя случай. Только моя ушла к богатому, стопроцентному янке. Не может быть. Да. И Олю взяла? Да. Вот неприятность-то. Ну, про меня-то всем было все понятно. А про тебя и Катю... Я никогда бы не подумал. Да ладно. Пригрел змею на груди. Права была моя мать, как в воду глядела. Ладно. Don't worry, be happy. Выпьем за встречу. Это вот тебе, дядя. Спасибо, Серёж. Ну... Это опять тебе. Ну, спасибо. Это снова тебе. Ну, не на... Ну, не на... Вот, Серёж. Вот, вот, вот. Только... Это чтоб ты был красивым и модным. Ну, зачем? У тебя такие неприятности, а ты беспокоишься. Да ладно. Какие неприятности? Я себе жену найду. No problem. Ни урод, ни крэзи какой-нибудь или импотент. Так что все будет окей. Спасибо. И что, на американке хочешь жениться? Да ну их, они мне и даром не нужны, даже миллионерш. Я себе жену здесь буду искать. Ты прав.
счастье, в своих дерзаниях всегда мы правы. Чай почти как английский, но стоит в два раза дешевле. Девушка, девушка. Что вам? Можно вас на минуточку? Слушаю. Покажите мне, пожалуйста, собачку. Вот эту. Пожалуйста. Спасибо. Сколько стоит? 5000. А что вы все шепчете? Нет, я просто хотел бы вечером пригласить вас на одно мероприятие. Неудобно при всех. А эта штука, значит, вам не нужна? Да нет, собственно. Хотя я могу купить. Да нет, не нужно. Зачем же? А что за мероприятие? А? Ну? Сережа, где обещанное море шампанского? Сейчас Сережа, все будет. Шампанское. Не ожидал. Боже мой, что это? Дядь, так, ну ты раздевайся, чувствуй себя как дома. Я сейчас. О, дядька, хорошо, что ты не спишь. Все нормально, успокойся. Don't worry, be happy. Сядь. Ну как же, Сережа, у нас гости. Нужно принять. Все, что надо, мы уже приняли. Вот что, дядька, давай лучше обсудим вот что. Понимаешь, она живет в Лыткарино. И сам понимаешь, сейчас уже туда не добраться. Сори. Так что ты не возражаешь, если она переночует у нас? Что за вопрос, пожалуйста? Да? У меня как раз белье есть индийское, совершенно новое, крахмальное. Вот. Пусть она спит на моем месте. Ну, а мы с тобой как-нибудь перекантуемся на кухне. В тесноте, да не в обиде. Она обидится. Как? Почему? Ведь это самое лучшее место. А, подожди, она вроде как невеста. Ну, да, дядя, да. Угу. Но с невестой так неудобно. Удобно, все удобно. Обстоятельства подталкивают. Времени у меня нет на разные церемонии, поэтому вынужден идти в разведку боем. Угу. Давай договоримся так. Мы с ней здесь, а ты на кухне. Understand? Пожалуйста, мне что? Ой, ты мой хороший, мой дорогой. Вам можно? Мужчина, куда это вы ушли? Оставили меня одну. В прихожей. Извини, пожалуйста. Мне скучно. Я вам не помешаю? Ой, что вы. Извините, пожалуйста, за беспорядок. Ну что вы, очень уютная холостяцкая нора. Вы так считаете? У нас здесь давно ремонта не было, даже генеральной уборки. Вы знаете, я ненавижу квартиры, где витает женский дух. Но в этом смысле у нас здесь экологически чистая зона. Да. Я вам сейчас кофе принесу. У тебя потрясный дядька. Ты что, действительно хочешь кофе? Понимаешь, я сама не знаю, чего я хочу. Да. Ой, ёлки-палки, скорее запоздни на вас. Успеешь, Бэйли, все было very nice. Ура. Все было гениально, но шампанского все-таки не было. Приходи ко мне на работу. Зайду, обязательно. Ну что, ушла Марина? Да, ушла, ушла. Слушай, дядь, ты извини, что мы тебя туда эвакуировали. Ну, сам понимаешь. Пустяки, а то мне пора собираться. Слушай, хорошая девушка, быстро ты ее нашел. Да нет, дядь, еще не нашел. Как, почему? Ну, если она сходу переспала со мной, значит, может, и с другим? Зачем мне вторая Екатерина? А, может, ты ей так понравился, что она решила нарушить свои принципы. А потом, когда такой парень, как ты, сразу разведку боем, трудно девушке устоять. Да ладно, дядька, я как только предложил ей на ночь, глядя сюда приехать, сразу согласилась. Она ведь в Лыткарино живет. Кому охота туда на ночь переть? Да это я тебе для понта сказал. На Полежаевской она живет, вот где. Сори. Значит, сам виноват. Ну-ка, встань. Зачем заманил? Зачем искушал?
Зачем соблазнил? Надо было завтра в театр ее пригласить. Или на концерт. Вот так завязываются настоящие отношения. А ты сразу в бой. У меня времени нет канительные отношения заводить. Пустую здесь проторчу, там работу потеряю. Только так. Разведка боем. Других вариантов нет. Послушай, разведчик, есть альтернативный способ. Давай позвоним твоей тетке Клаве. Так. У нее много знакомых. Может, она по своим каналам подберет что-нибудь тоже. Со знаком качества. Достойную, порядочную. Старый, но верный способ. А потом мой шеф на работе, мой старинный институтский друг Аркадьев. У него тоже много аспиранток, студенток. Они ходят к нему на консультации. Тоже не с улиц. Дядь, разве я против? Чего ты меня уговариваешь? Мне ведь любой вариант подходит. Лишь бы человек-то был хороший. Лошаков. Банку пива. Пожалуйста. Девушка, а что у вас там крутится? Часы. Символ нашего быстро текущего времени. Старается не упустить ни секунды? Упустишь секунду, потеряешь все, что имеешь. Вот только что я заключила сделку с фермачами. И боюсь, что продешевила. Скажите, девушка, могу я вам чем-нибудь помочь? Разве что угостить меня пивом. Just a moment. Подождите. Неужели вы думаете, что девушка может пить пиво из банки? Вы правы. Это неэстетично. Хотите пойти в кафе, в ресторан, куда хотите? А там нужно раздеваться, оставлять вещи. Нет. Слушайте, а может быть, поедем ко мне? Возьмем здесь пиво и поедем. Спокойно попьем, музыку послушаем. Но я же вас совсем не знаю. Поверьте, я хороший. И очень. Это видно. А где вы живете? Да минут 10 на такси. Я на машине. Так тем более, давайте поедем. И там, я уверяю вас, все будет very nice. Многие так говорят, а потом останешься без шубы. Да помилуй, разве я похож на грабителя? Я вам верю. Ну? Поехали. Вот и хорошо. О, какая у вас машина. Я и у себя бы такой не отказался. Да? Да. Хотите повезти? С удовольствием. Я по Москве никогда не ездил сам. Не было у меня в Москве машины. К величайшему сожалению. А, автомат. Хотите музыку? Я очень люблю эту мелодию. Значит, у вас получается порядка 3000 в месяц, да? Ну, Лариса, вы просто компьютер. А машина у вас новая? Нет, юзанная. Зато «Шевроле Кавалер» новая. Новая на сумасшедшие деньги стоит. А квартиру вы снимаете в частном доме? Ту бедрум. А зачем мне два санузла? Я же один живу. Вот когда я был женат, вот тогда у меня было два санузла. Все, честь, честь. Понятно. Ну что же, Сережа, к сожалению, я должна вам отказать. Не обижайтесь. Но здесь я живу лучше. У меня дом в Переделкино, ту бедрум. Машину мою вы уже видели, еще и девятка есть. За границу езжу, когда хочу. Но вы мне нравитесь. Давайте рассмотрим такой вариант. Я за вас выхожу, но живем мы здесь. Заманчиво, нет, Лариса, здесь я уже жить не смогу. И потом, у меня там дочка. А неужели вам так трудно найти мужа? Вы простите меня, но вы такая, что у меня просто нет слов. Вы правы, мужа найти не тяжело. Но я, как и Сережа, ищу не мужа, а человека. А теперь я вас хочу угостить. О-о-о! Что вы будете пить? Я бы попробовал вот эту беленькую. А вы? Ну, я тоже. За компанию один чудак повесился.
У вас практически тот же вариант. Наливайте. С удовольствием. Ну, я вам еще не отказала, Сережа. Дело в том, что я буду через месяц в Атланте. Вы же там недалеко? Да, часов 6 езды на машине. Ну вот, может быть, вы за мной заедете, и мы с вами вместе проведем уикенд. Совершенно верно. Заодно и познакомимся поближе. Я тоже говорю, Сережа, такие дела сходу не делаются. По-моему, Сережа, это то, что надо. Ну, мужчины, за вас. Да, большое спасибо. Часа три в отключке мы с тобой были. Хорошо еще, что живы остались. Ой, как последний фраер прокололся я. Дядь Миша. А, да? Дом в Переделкино. Подписала контракт с Фио. Понятно, а Лариса где? Да я теперь даже с милицией не отыщешь. Вон, все доллары мои унесла. Хорошо еще, кредитная карточка осталась. Сережа, а статуэтка где? Вот стерва стырила. Она ведь нам от бабушки осталась. С детства у нас стояла, даже войну не продали. Спокойно, дядька. Сейчас проверим, что еще сперла. Только мне все кажется. 87. Почему-то кажется. 32. Что между мной и тобой ниточка завяжется. А у Насти уже дом. Скажите вы, Клавдия Матвеевна, мне в игры не везет. Ну, значит, любви повезет. Так, 66. Я закончил. О, да, закончил. Ему в играх везет, так он бобылем и остался. Ну, чай будем пить. Я пойду чай не поставлю. Угу. Моя воспитанница. Хозяйственная, аккуратная, исполнительная, чистюля, скромница. Хорошо готовит, а потому что городом не испорчена. Она всю почти жизнь жила в деревне. А, еще вяжет! Ну как раз эта тетушка мне не подходит. Чего мне вязать? Там жара 30 градусов круглый год. Так значит. Клава, не обижайся. Сразу видно, что не тот вариант. Из деревни и прямо в Майами. Вот, поэтому вы в бобылях и ходите. Вы вот на заграницу все ориентируетесь. Вы на, прости господи, всяких клюете. И вас же не только обворуют, вас же заразить чумой 20 века могут. Могут? Это что? Здравствуйте.
Резец не сломай, Андрюх. Не каркай под руку. Серега! Здорово! Откуда ты, Серега? Откуда? Оттуда. Вот приехал посмотреть, как вы здесь живете. Ну как живем? Как в Польше. Ну ты там телевизор смотришь, газеты читаешь. Вот один я из старичков остался. Все подались в коммерцию, подкрывали там ларьки, разные офисы. А я вот сижу, не дергаюсь. Свой среди чужих. А это все салази. Я вижу, а это что за артист? Это наш ас. Хороший доктор. На лапендре. Пойдем посмотрим, да, пойдем. Валер, а, Валер? А? Помнишь, я тебе рассказывал про Серегу, нашего лучшего токаря? Ну? Вот он приехал из Америки. Из Америки? В Америке хороших токарей нет. Как это нет? А Серега, он же из Америки. Значит, слабак. Американцы против нас во всем слабаки. Они от своего изобилия тупеют и скоро вымрут, как мамонты. А, видал? Вот она, металлическая молодежь. А слабо наказать фраер, а? А я с ним просто так соревноваться не буду. Времени жалко. Ставим по 50 баксов и, пожалуйста, наказывай, если сможешь. Серег, давай. Ну, пора, наконец, показать салагам, кто есть ху. Нет, я бы его сам сделал, если бы не поддавал. Ну, ты же знаешь, как я работал, а? Да, конечно. Ну, давай, Серега, за нас, за старичков. Уделай его, а? Старички. Ладно, хватит, побазарили и будет. Мне работать надо. А что в самом деле, почему бы и не размяться? Я бы тебе не сомневался, старик. Позволь подержать. Слушай, мой станок был. Позволишь? Конечно, о чем разговариваешь? А? Так, судьи кто? Пожалуйста. Я, вот он. И вот он. Я соревнуюсь только за СКВ. Пусть несет призовой фонд $50. Серега, давай, сынок, победишь. Я надеюсь. Валера, есть? О! Совсем другой разговор. Так, вот моя доля. Хотя для нас эти $50 совсем не то же самое, что для них там, в Америке. А ведь товарищ прав. Давайте сделаем так. С меня будет $50, с него 25. Вот только не надо дискриминации. Победит сильнейший. Тем более я давно на Америку зуб имею. Вот уж никогда не думал, что мне придется Америку защищать. Так, ребята, деталь в достаточной степени сложности и точности и не требует дополнительных приспособлений. В общем, кто быстрее и точнее вытечет, тот и победил. С условиями согласны? Да, согласен. Внимание! Международные соревнования объявляются открытыми. Встречаются Сергей Авдеев, США, город Майами. Да. И Валерий Горохов, Россия. Бирюлёва товарная. Вау! Приготовились? Начали! Надо проверить на точность. Проверь. Да, деталь действительно соответствует параметрам. Наша тоже, но проигрыш по времени. Ну, что и требовалось доказать. Господин Авдеев, поздравляю вас. И позвольте вам вручить призовой фонд, как любит говорить, Роберт Фишер. Ну. Валя, возражений нет? Все справедливо. Ты действительно классный мастер. Извини, если не так себя вел. Да все нормально, возьми. В обед угостишь ребят пивом. А вообще Валера прав. Американские токари... Спасибо. Слабаки перед нами. Потому что за них все техника, да компьютеры делают. А мы руками и головой. Сори. Здорово, Мих-Мих. Привет, Леонид Аркадьевич. Садись. Послушай, я по поводу твоего племянника. Есть что-нибудь подходящее? Да нет, пока ничего, одни неудачи. Ты знаешь, старик, у меня есть такое ощущение, что я могу тебе помочь. Да? В самом деле? Ну, я тебе говорю. Есть одна женщина.
милая, интеллигентная, мечтает уехать отсюда. Давай познакомим. Вообще, я даже не знаю, как тебя благодарить. Кончай, старик, какие благодарности? Так сделаем. Скажи своему племяннику, пусть закажет какой-нибудь кабачок на вечер. Мы с тобой посидим, погурманствуем, а не поваркуют. Значит, у вас сейчас в Майами жара? Да, градусов 30. Бананы, пальмы, кокосы. И попугаи есть? Да. А один живет прямо у меня под окном. Каждое утро кричит: Серега, подъем. По-русски. По-английски. И как это выглядит? Серж стендап. А что же он кричит вечером? Бай-бай, май дарлинг. Спокойной ночи, дорогой. И что же, всю зиму можно купаться в океане? Там нет зимы, все время лето. Чудное место. Рай. Дамы и господа, белый танец. Разрешите вас пригласить? А почему именно меня? Когда дамы приглашают, мужчины вопросов не задают. Я бы точно не задал. Вот его и надо было пригласить. А я вас приглашаю. Ну, пошли. Пустой номер, дядька. Хорошая женщина, но не для меня. Почему так получается? Как кто-то мне понравится, так осечка. Как будто заколдовали меня. Добрый вечер, господа. Ну, как вам у нас нравится? Все замечательно. Стараемся, стараемся. Она пригласила его на танец, чтобы поделиться своим мнением о тебе, узнать его мнение. Взяла пятиминутку, как говорят баскетболисты. Неужели я тебе до того надоела, что ты решил таким образом избавиться от меня? Да, о чем ты надоела? Как тебе не стыдно? Я думаю о тебе. Но у нас нет будущего. Тут такая перспектива. Океан, попугаи, бананы, пальмы. И вообще развитой капитализм. А мне... Поверь, я долго мучился, прежде чем предложил тебе такое. А мне все это не нужно. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Но я не могу бросить семью. И вообще ты не можешь продолжаться вечно. Угу. А мы не будем жить вечно. Нет, она... Ой, боже мой. Люба, поедем ко мне? Что ты... Нас пригласили по определенному поводу. Мне плевать на этот повод. С ума сошла? Люди столик заказали. Лёнь, ну пожалуйста. Тихо. Ты с ума сошла? Что ты? Ну ладно, уговорила. Только как мы идем? Как? Ну как, по-английски? Не прощаюсь? Нет. Надо хоть что-нибудь передать через официанта. А... Официант, ты... Ты передай, что мне стало плохо. Мне действительно плохо без тебя. Серега, вот за тем столиком сидит какая-то девушка, все время смотрит на нас. О, beautiful. Делает какие-то знаки. Знакомая, что ли? Ой, она идет к нам. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Делать нечто, знаете меня. Ты мой зайчик. Прошу прощения, так нельзя. Пожалуйста. Пожалуйста. А почему? Я хочу свалить из своей компании козлы теющие. Как это сделать, пока не соображу. Пересаживайтесь к нам и все, скажете, что встретили друзей детства. Я гожусь только в друзья отрочества и юности. Это не важно. Это из тех козлов, которые, если угостят девушку, то считаешь, что она у них в неоплатном сексуальном долгу. Но... Понял, понял. А мы можем возместить их затраты. Надо просто соскочить. Совершенно верно. Почему я к вам и подошла? Налей мне, стороны вам как чужая. Значит так, берете мое пальто в гардеробе и ждете меня на улице. Я выйду через кухню. Окей. Будем здоровы. А? Пока. Девчонка хороша, а? Скажи. Ты думаешь, она может подойти? Но я не смотрел на нее такими глазами. А какими ты смотрел, интерес? Да нет, Сереж, после Лизы для меня вообще женщины перестали существовать как вид. Я на них смотрю как на современниц. Вот и все. Живем в одно время, но в непересекающихся плоскостях. Ну и зря. С ними надо пересекаться и пересекаться, пока не найдешь ту, которая тебе нужна. Ладно, выпьем по этому поводу.
Вон она. Давай, Маша. Шофер. Давай скорее, холод, я раздета за все. Давай. Пожалуйста, садитесь. Sit down, please. Шофер, поехали. Куда едем? Не знаю. Между прочим, тебе куда? Не знаю. Да мы вроде рано, в гости поздно. Ой, ладно, поехали в гости. К кому? Как кому? К вам. На. Ты понял? Вы смешной какой. Не хочет приглашать меня в гости. Извините, у нас тут беспорядок. Мы да, немножко. Дали. Да, отлично, все, ничего не надо. Все в порядке, садись. Да садись уже. Слушай, скажи мне, хотела бы ты жить в Америке? Да не хотела бы. Почему? А зачем она мне нужна? Мне здесь хорошо. Особенно сейчас. Серьезно, вам нравится здесь у нас? Ужасно нравится. Гораздо лучше, чем в ресторане. Ну, понятно. Пью за вас, мужики. А? То я пью. Спасибо. Ах, Катя. Дядька, как она тебе? Что-то в ней есть. Смотри, шумой. Ну перестаньте шептаться. Или вы когда при мне шепчутся? Давайте сразу чувствуйте, говорите слух. Даже плохой, хорошо? Ах, вот это по мне. Давай еще наливай мне тост есть. Жаль, видать, выпить любишь, а в Америке это не принято. Что ты ко мне привязался со своей Америкой, а? Вон у меня подруга Людка уехала в Америку. Сейчас стриптизершей стала. Чего это мне надо-то, нафига? Я здесь могу такую стриптизу строить не хуже, чем в Америке, ребята. Иди ты. Хотите стриптиз? Давай. Не, серьезно, говорю, да? А чего? Да ладно тебе, дядь, при чем здесь сосед? Прошу вас. Ой, он мне нравится. Ой, он боится меня. Ты видал, как он меня боится? Честно. Все, давайте пьем на бурдершафт. Давай. После бурдершафта переходим на ты. Давай. Только недолго. Ой, я не могу. Перед тобой. Подожди. А мы с вами давно на ты. Да просто боишься меня, прекрати сейчас же. Нет, ну. Давай, пей до дна. Теперь скажи что-нибудь на ты. Ну, что тебе сказать? Ну, все равно что, лишь бы на ты было. Скажи, я тебя люблю. Да прекрати подсказывать, подсказка не считается. Давай сам. Ты хорошая девушка. Молодец! Слышал, как дурно сказал? Ну? Я чуть не заплакала. Я девушка хорошая. Дай я тебя поцелую. Ну, ребята, я чувствую, я здесь лишний. Нет. Не, я ну, ребята, пойду. Ну прекратите вы. Ну, какие вы лишние, оба хорошие. Оба мне нравятся, я не знаю, кто больше. Ну что, может, решим с помощью жребия этот вопрос? Я Решка, дядька Орел. Да какой я Орел? Мне завтра на работу. А я что, пенсионерка, что ли? Скажи мне. Сиди. Мне тоже на работу. Давай наливай. О, господи, оба такие хорошие. Каждый по-своему. Я не знаю, что с вами делать. Ну. О, идея. Я понял. Только не произноси вслух. Может, все опошлится. Эллингтон и Джонкон Джеймс, они с индивидуальными тренерами и с такой же настроенной тревожной погодой, о которой мы поговорим в следующей страничке. Дорогие ребята, опаздывала на работу, что успела, приготовила на скорую руку. Люблю, целую, Ира. Что скажешь, дядь? Фантастическая женщина. Но если везти ее, конечно, с тобой в Америку, то теперь придется захватить и тебя. Согласен. Почти. Мы совсем утратили вчера бдительность. А вдруг она тоже оказалась бы аферисткой?
Вообще могла бы. Смотри, ни адреса, ни телефона, ничего не оставил. Скажу тебе честно, Сережа, я чувствую себя обязанным ей. Ну, не смейся. Да ладно. Я ведь после Лизы уже забыл про то, что я мужчина. Думал, с женщинами на всю жизнь покончено. Покончить с ними можно только одним способом. Каким? Найти ту единственную неповторимую, и все. Остальные тебя интересовать не будут. А как ты узнаешь, что это та единственная неповторимая? А я как бы удар изнутри почувствую. Она. И часто так было у тебя? Ну, раза три в жизни было. Кстати, один из них с Катериной, хоть и змеей оказалась. А те два раза просто со стороны увидел, даже не стал разговаривать, но сразу почувствовал. Вот она. А если сейчас ты встретишь такую, что будешь делать? Ну, почувствовал удар изнутри, а она вот идет по улице. Ну, не с мужем, это тупиковый вариант, а с мамой. Ну, что ты будешь делать? Подойду и сходу спрошу. Девушка, а вы могли бы поехать со мной в Америку? И все. Если говорит, да, еду, значит, она. А если зачем, да почему, да что я там буду делать, значит, прокол. Да, интересно. Такого со мной не бывало и быть не может. Ошибаешься. Любви, дядька, все возрасты покорны. Не забывай этого. И потом, вчера-то. Да не, не, а? Вчера мы перебрали. Но со мной такого не бывало. Потерял контроль над собой. Так это хорошо. Не, Сереж, я себя простить этого не могу. И потом, знаешь, ту, которую ты ищешь, единственную, неповторимую, невозможно найти ни в ресторане, ни в дискотеке, ни на улице. Такую надо искать где-нибудь в приличных местах. Ну, там, на концертах, на выставках, в театре. Слушай, пойдем в театр. 100 лет в театре не было. Кто там? Кто там? Здравствуйте. Я Ниночка от Клавдии Матвеевны. Входите, пожалуйста. Мы вас не ждали, думали, вы вечером придете. Знакомьтесь. Здрасте. Это Сережа. Очень приятно. Клавдия Матвеевна вас точно описала. Я вас таким и представляла. Очень приятно. Я вас тоже. А я вам, мальчики, гостинцы принесла. Пирожки с мясом, картошкой, капустой, повидлом. Угу. Утром, как только тесто подошло, я испекла и думаю, ну что я буду вечера ждать? Я прям сразу испеку, мальчикам принесу, пока горяченько. Да? Ну, стоило беспокоиться. Да мне кажется, что после вчерашнего мы вкус не разберем. Проходите, пожалуйста. Да. О, мужчины-холостяки все сделали как надо. Но, как говорит Клавдия Матвеевна, дым пожиже, труба пониже. Сейчас вы, мальчики, узнаете, что такое настоящий завтрак. Тарелочка, пожалуйста. Пожалуйста. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это знают все. И чем короче будет этот путь, тем лучше для мужчины и женщины. А как насчет пути к сердцу женщины? Через что лежит этот путь? И как его можно укоротить? Ну, меня-то это интересует чисто теоретически. Путь к сердцу женщины лежит через ее ушки. Не понял. К сожалению, это так. Мы, женщины, существа высокодуховные. И нас, как некоторых, через желудок не возьмешь. Мы любим ушами. Нам нужно говорить комплименты, ласковые слова, восхищаться, признаваться в любви. И чем выше будет накал и поэтика этих слов, тем короче будет путь к нашим сердцам. Ну что ж, мальчики, завтрак готов. Мойте ручки и за стол. Ниночка, извините, ради бога, я должен бежать. Если можно, я возьму пару пирожков с собой, пожалуйста. А один съем здесь. Пожалуйста. Как говорит Райкин, берешь в рот, тает. Ниночка, привет, Клаве, я побежал. Извините, я провожу дядю. Ну, тетка Клава, ну, удружила мне, крэзи. Удара изнутри не было? Да какой удар? Что мне теперь делать с этим колобком? Как что? В разведку боем. Покой нам только снится. До свидания, Ниночка. Всего доброго. Желаю удачи, разведчик. Гудбай. Вы знаете, я не ожидала, что Михаил Михайлович так быстро уйдет. Мне кажется, что я попала в очень неловкую ситуацию. Да? А в чем неловкость?
Ну как же остаться наедине с незнакомым мужчиной в пустой квартире? Ну и очень хорошо. Будем прокладывать пути к сердцу друг друга. Вы своим методом, я своим. А какой же это у вас метод? Мой дядька называет этот метод разведка боем. Я не пью. Прошу пригубить, чисто символически. Мы с вами выпьем на брудершафт. А что это такое? Все очень просто. Вы только пригубляете, я выпиваю до дна, мы с вами целуемся и переходим на ты. О, нет. Таким методом путь к моему сердцу будет закрыт. Ну, тогда к моему тоже. Почему? Потому что я не буду есть ваши пирожки. Ну почему? Потому что вы не хотите со мной целоваться. Ну почему я должна с вами целоваться? А почему я должен есть ваши пирожки? Я лучше травки покурю. Травки? О, Господи, какой еще травки? А ношу. Кайф хочу словить. Послушайте, если вы не пьете, может быть, тогда покурим вместе за компанию? А? О, Господи! Какой кошмар! Что это? Ниночка, вы, пожалуйста, не забывайте свои вещи. Прощайте. Сорренто, я думал только о тебе. Не верю. Со Стефанией я говорил только о тебе. Не верю. О, Мадонна, почему она мне не верит? Моя сестра была в Сорренто, она все рассказала. Посмотри про тебя. Назад. Ну что может рассказать тебе? Обо мне твоя сестра несчастная, когда она была в Сорренто. Извините, пожалуйста, можно вас про карку попросить? Да, конечно, пожалуйста. Раскупили под самым носом. Сейчас во всем. Зато у нас бинокль. У нас тоже есть. Жаль, нет, я просто хотел отблагодарить за программку. У нас мой сынок. 10-кратное увеличение. Да. Хорошо. Его можно рассмотреть. Любую деталь. Мы обязательно будем иметь в виду. Тетя, они, кажется, кобрятся. Не называй меня тетей. Ой, прости, пожалуйста, я больше не буду. Замечательный состав Ильюшина играет. Да-да. И Федотов тоже вы заметили. Если вам еще нужен компаньон, я отложу. Молодец, дядька, порядок, уже сдружился. Все окей. Но в приличном месте и стены, как говорится, помогают. Ваш юмор я уже оценил. Но я вынужден очень вам повернуть. Как Ильюшин постарел, просто поразительно. Правда? Потом позвольте мне посмотреть ваш бинокль. Ну, вот сейчас, пожалуйста. Настраивать нужно вот этим колесиком. Спасибо. Разрешите ваш бинокль? Конечно. Надо защищать. Да, вы можете взять потом у подруги. Он мощный, 10-кратное увеличение. Спасибо. Ильюшина поразительно постарел. Ужас. Что время я делает? Вам это кошмар. Да я что-то не вижу. Что? Чему воевать? Возьмите ваш. А, спасибо. А, нет, отдайте подруге, я ей обещал. Что? Нам не повезло. Жуткие соседи попались. И слово нельзя перекинуться. А я вообще, я с трудом понимаю, что происходит на сцене. А давайте уйдем отсюда. Чего мучиться-то? В самом деле, тем более, что и спектакль не ахти. А да. Куда пойдем? Можно к нам. У нас музыка, напитки импортные. Никто нам не будет делать замечаний. В гости не хотелось бы. И я вам спою. А я вам станцую. When I will hold you again, please wait till then. Вы слишком крепко меня держите. Мне даже дышать трудно. Да? Странно. А так? Если можно, еще. А, вот так. А может, вообще прекратим танец? Я не возражаю. Еще хоп! Ой, Люсенька, извините. Вот, после театра остался. Прям как в том анекдоте. А, какой анекдот? Я не знаю. Очень смешно. Правда? Ой, как ужасно, что? Я не знаю, какой. Мне тоже. Кто-то обещал нам спеть? Ну, раз обещал, я спою. Да? Сережа, да. Поставь мою любимую, пожалуйста. Это только аккомпанемент, а петь я буду на зарубежном языке. А на каком зарубежном? На языке дальнего зарубежья. На каком? Я вам буду переводить. Не обязательно. Догадаемся. А может быть, Миша, нам
расскажет, в чем там дело, как певцы делают обычно. Ну, конечно. Он любит ее, она не догадывается. Он любит ее, она не догадывается. Он любит ее, она не догадывается. Он любит, любит, любит. А она уходит к другому. Oh, you my darling love forever. Give me your crying five together. What when I cried a sorry night? Этот язык я знаю. Oh, you my darling love forever. Oh, yes. Give me your crying pipe together. Oh, yes. You my darling. Вы мешаете, я прошу вас. А если я буду петь? Лучше не надо. My darling. Oh, my darling. Let it die, let it die. And you're my darling, love forever. Give me your crying fire. Ну что, совсем не нравится? I did your life, I am Romeo. Oh, yes. I am journey night, my love. Везет же людям. Сережа, ты спишь? Сереж, я влюбился. Неужели это возможно в моем возрасте? После всего, что было в моей семейной жизни... После всего того кошмара. Я хочу уснуть, закрываю глаза, вижу ее лицо, слышу ее голос, вижу ее улыбку. Серег, неужели это правда? Не знаю, дядька. Если это правда, я тебя поздравляю. Утром проверим. Ты прав. Извини меня. Спокойной ночи. И все же женщины – удивительные существа. Без них жизнь мертва. И пусть они подсыпают нам яд. Бокалы обворовывают нас, доставляют массу других неприятностей, страданий. Пусть! Все равно я им благодарен за то, что они есть. Это говорили не про женщин. А я про них. Давай спать. Да, ты прав, спокойной ночи. Сережа, у меня такое состояние, мне хочется писать стихи. Пиши, вот начало. Я помню чудное мгновение. Да, именно так. Как я теперь понимаю, Александр Сергеевич? Дядька! Ну? Вставай, плохи наши дела с тобой. Что случилось? Наградила нас Ирка. Я как чувствовал. Какая Ирка? Чем? Пить надо было меньше. Какой позор. В какую компанию мы попали, а? Впервые в жизни в таком заведении. Нормальное заведение. До женитьбы я ходил сюда, как в обыкновенную поликлинику. Скажите, Шницкер принимает? Шницкер, Шницкер. Ну, порядок, дядька. Мой личный врач, вот такой мужик. По-моему, вот там сидит сифилитик. Где? Ну, что ты взял? Может, он к кожнику пришел? И вообще сифилис излечим, лишь бы не спит. Да? Да. Про нас тоже могут подумать, что мы пришли к кожнику. Ну, конечно. И вообще, я тебе скажу, у тебя не гонорейный вид. Тише, прошу тебя. Умоляю, тише. Ребят, такой угол засадили, ёлки-палки. Следующий. Здравствуйте. Почему двое? А где Шницкер? Я Шницкер. Почему вас двое? Нет, где Моисей Соломонович? Моисей Соломонович на пенсии. Я его дочь, Белла Моисеевна. Это вас устраивает? Меня нет. Почему? Вы же женщина. Ну и что? Что, я гнилых свистков не видела? Значит, он болен? Нет, мы оба. Как это? Групповуха, что ли? Ничего себе, день начинается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А с вид такие солидные люди. Моего папу знаете.
И вдруг такое. Да, я впервые в жизни. Да ладно, строите себя целку. А ну, марш за ширму. Как вы со мной разговариваете? Ну что, припадочный, что ли? Нет, он мой дядя. Но он действительно первый раз в жизни. А вы? Я здесь бывал. Ваш папа в курсе. Кстати, привет ему большой. От Авдеева из Америки. У такого племянника такой дядя. Пройдите, пожалуйста, за ширму. Будьте так любезны. Штаны и приспустите, пожалуйста. Благодарю вас. Будьте любезны. Извините, что так получилось? А ты что стоишь? Марш за ширму. Слушаюсь. Ничего себе наследство мне от папочки-то досталось. Нормальные половые отношения их уже не устраивают. Им романтику подавай, поэзию, групповуху. Тьфу! Эй, молодой, красивый, тебя перемены в жизни ожидают. Какие перемены? Дай мальчику на сникерс, все скажу. Не жалей, что дал ребенку, сто раз вернется. Хорошо. К тебе. Ты человек добрый, хороший, простой, врагов у тебя нет, но и счастья в жизни не имеешь. Ну. И еще скажу, ну, самое ладно. Главное. Держи. Ты жену найдешь. Правду говорю. Хорошо бы. Нигде в мире больше нет такой. А то скоро уезжать, и чего-то никого. Дай $5. Еще кое-что скажу. Самое интересное, поверь. Даю. Давай, не пожалеешь. Но учти, больше ни цента. Я эти ваши штучки знаю. Встретишь ее, когда совсем надежду потеряешь. Да и она тоже давно этой встречи ждет. Ладно. Даю еще. Только скажи, нет, кто все. И где? Держи. Не надо мне твоих денег. Все будешь знать, жить неинтересно будет. Роберт, пошли. Роберт! Скоро встретишь ее, скоро! How are you? Как идут клиринговые сделки? Вычислил все-таки я тебя, моя дарлинг. Это ты? Не уехал? Так я не могу уехать, пока не получу назад свои деньги и дядькину статуэтку. Милицию будем вызывать или сами разберемся? Ой, сами разберемся. Отпустите, я сама. Я потом так жалела, что с тобой связалась. Сколько я тебе должна? 800. А как насчет статуэтки? Ой, взяла ее, думала, бронза, оказалась сплав. Верну. Ну, а ты что, нашел себе кого-нибудь? Да нет, где найдешь-то? Одна обворовала, другая заразила. Третья путана, четвертая только пирожки печь может. А я потом так жалела, честное слово. Каждый день тебя вспоминала. Вот дура, думаю, раз в жизни выпал шанс завязать, уехать в Штаты, начать новую жизнь. Я ведь язык прекрасно знаю, Мариса Тереза окончила. Так нет же, как тот скорпион, который знает, что нельзя, но все равно жалит. Не может иначе. Вот так и я. Вот и все про меня знаешь. Не сделаешь теперь свое предложение? Не возьмешь меня? Нет. Что я с тобой там делать буду? Тебя рано или поздно посадят, мне останется только передачи носить. А ты носил бы? Ну, конечно, носил бы. Я надеюсь, у тебя кроме меня не было бы никого? Нет, я была бы верная жена. Эх, жаль, черт подери. Не везет мне. Ты мне тогда понравилась. А сейчас? Сейчас я вот вижу твой чемоданчик и этих двух за моей спиной. Ой, ну все, на сегодня моя работа окончена. Сейчас поедем домой, заберешь свою статуэтку заодно. Заодно с чем? Там посмотрим. Да ну, с тобой опасно. Еще отравишь или пристрелишь ненароком. Вон какие гориллы у тебя. Я их уже отпустила, мы одни. Да? Спасибо. Ну что, поехали? Но только учти, я подданный США. Если что, тебе так это не пройдет. Учту. И потом я лечу сейчас. Сегодня последний укол сделал. Ой, испугал. Ну, раз последний укол сделал, значит, уже здоров. Поехали. Дядька! Посмотри, что я принес. Сережа, у меня Люся. Скажи,
Целоваться уже можно? Мы уже целовались. Можно, уже все можно. Слава Богу. Ты вот это видел? Может быть. Ну, потом расскажешь. На, вот письмо было в почтовом ящике. Без фамилии, без адреса, только квартира. Можно раскрыть? Вскрывай, номер-то твой. Мальчики милые, простите, не запомнила ваши имена. А зайти к вам не решилась. Пойдите к врачу и в будущем пользуйтесь презервативами. Простите, Ира. Да, лучше поздно, чем никогда. Хорошая все-таки девка. Но представляешь, если бы я женился на ней? Представляю. Только бы на лекарства и работу. Сережа, у меня к тебе важное сообщение. Да? Проходи. Ну вот, и Сережа. Здравствуйте. Сереж, присаживайся. А это наша семейная, можно сказать, фамильная реликвия. Ну вот такое впечатление, что теперь все дома. Да. Сережа, ты всегда говорил, что у каждого человека должна быть та единственная, неповторимая. Да. А вот как ее найти? Ты говорил, это дело индивидуальное, метафизическое. Нужно ждать сигнала изнутри, из самого сердца. Так вот, мое перегоревшее сердце, давно не подававшее никаких, даже элементарных сигналов, вдруг застрочило морзянкой. Миша, это она, та единственная, не пропусти. Не будь дураком. Люся, в присутствии своего племянника, я делаю тебе официальное предложение. Будь моей женой. Ну, дядька, ну молодец. А говорил, нет в жизни счастья. Миша, я тебя так люблю. Я, конечно, согласна. Не зря все-таки приехал. Хоть дядьки невесту нашли. Горько. С удовольствием. Горько, горько. Будьте здоровы. Значит, говоришь, умная, добрая? Очень. Таких людей не то, что женщин, я давно не встречал. Вот спроси у Сережи. Да, она очень милая, добрая, порядочная. К дядьке хорошо относится. Повезло ему. Повезло. Ага, ты не заметил, что когда твой дядя в прошлый раз причесывался, я у него с расчески 2-3 волоска взяла и в карман спрятала. Для чего? Да. Для чего? Чтобы порчу снять. Вот, между прочим, спасибо, один добрый человек меня научил. Всего за 500 рублей. Но жалко, что я поздно узнала. Понимаешь, уже полжизни промучился. А когда я узнала, я изгнала, порчу сняла. Но, между прочим, порча наведена на весь наш род по мужской линии. Это сказал мне все тот же самый добрый человек. А, ерунда какая-то. Нет, подожди, подожди, минутку. Выходит так, что и на меня порча наведена. А как же? Ты же у нас не из детского дома взят. Так что же вы меня без надзора оставили? Мне уже скоро уезжать, а я один до сих пор. Вон у него и то... Ну вот для этого-то я тебя сейчас и вызвала. Ты мне вырви 2-3 волоса. Да на тебе сколько будет. Ой, куда же столько? Вот. Впрочем, давай. Кашу маслом не испортишь. Давай сюда. Ну вот. Иди еще. Давай сюда. А куриный помет и булавки я уже приготовила. Помет? Да. Когда начнешь? Сегодня и начну. Я думаю, что все будет в порядке. Вот, у него же получилось. Ну? Не знаю, ты наколдовала или само так все получилось. Но доказательств у меня против тебя нет. Так что, Клава, возьми меня тоже и наколдуй так, чтобы и дальше все было нормально. Очень дорожу я этим человеком. Сделаю. Теперь я убедилась, что получается. Вот видишь, ведь и кандидат наук, а умный. Как я рад, что ты позвонила. Да, Люсенька? Да, дорогая? Да, солнышко мое? Дядь! Извини, Люсенька, тут Сережа куда-то уходит. Я пошел в магазин. Зачем так рано? Хочу шопинг сделать. Холодильник совсем пустой. Мы с Люсенькой в театр собираемся. Пойдешь с нами? Нет, в театре мы уже были. Может, тебе кого-нибудь подыщем? Да хватит. Нет, ну и после снятия порчи Клава тебе обещал. Я уж ни во что не верю. Привет. А,
Люсенька, Сережа ушел в магазин. А я утром должен быть уверен, что днем с тобой увижусь я. А я не могу дождаться нашей встречи в театре. Нет, серьезно, Люся, честно. Oh, you my darling love forever, give you my crying five together. Ты запомнила, Люся? Вы последний. Я за вами. Вы последний? Да. Ой, а вы почем яички? 250. А вы будете стоять? Да. Я быстренько сбегаю, ладно? Я вот за этим человеком. Так и я бы яички купил. Вы за мной будете. Я сейчас. Вот ваши 100. Учтите, апельсины заканчиваются. Стояли здесь. Говорят, там рыбку хорошую дают. Мы уж очередь заняли. Еще кило. Ой, быстро, там очередь идет. Мужчина, боюсь, упустим очередь. Ну так я сбегаю, проверю. Вы за мной будете. Я тоже сбегаю. Я на минуточку, ладно? Женщина, быстрее, смотрите, наша очередь уже подходит. Простите, это снова мы. Ну что, рыбку взяли? Mm-hmm. Молодежь. Еле успели, спасибо, мужчин помог. Главное, успели. А? Вот спасибо вам, мужчина, помогли с рыбкой. Ну что же, вам спасибо за компанию. Так отоварился. Ну, пожалуйста. Послушайте, девушка, а вы могли бы поехать со мной в Америку? В Америку? Вообще с вами, мужчина, хоть в Америку, хоть на край света. Somebody else. Что он сказал? Он говорит, что тебя от меня уведут. Меня от него никто не уведет. Чао!